Более того, я скажу, все общины грузинские готовы вложиться деньгами. И у них эти фонды уже давно создаются. Они давно созданы. Они просто ждут отмашки. Поэтому я не понимаю, когда мы говорим о том, что мы этот закон должны принять. И вот и считаем экономическую составляющую этого закона. У нас прежде всего на чаше весов не экономика, а безопасность. Если мы возвращаем беженцев, тогда лучше скажите, слушай, давайте мы вернем сюда беженцев, и условия возврата беженцев вот такие, вот такие, вот такие. Не надо, зачем всех обманывать, да, преподнеся, что это экономическое благо для государства, а под этим мы получим совершенно другие вещи. Вот что я попытался сказать и сейчас говорю, и вот та опасность, которую я вижу на самом деле. Под этим еще сюда спокойно зайдет криминал. А что, мы не знаем, как это происходит? Конечно, знаем.